Часто интернет-маркетологи не рекомендуют размещаться в контекстной медийной сети Google по такой основной причине, как то, что они считают, что это чисто имиджевая реклама. Ну, что стоит за словом «имидж»? Раньше мы делали это во Flash, теперь перешли в HTML5, просто не умеют это делать. Второе. Контекстно-медийная сеть Google – это уже чаще всего партнерские сайты Google. Из самой компании Google там представлен, в принципе, только YouTube. То есть, если вы платите по 2-3 гривны за клик по своему баннеру, вы можете увидеть свой баннер на YouTube, которые относятся к компании Google. Вы можете увидеть его на Укрнет, можете увидеть его на каких-то форумах и так далее. Но достаточно сложно предсказать, где конкретно ваш баннер появится для того, чтобы сделать по нему отчет. То есть это нужно достаточно много ходить по интернету для того, чтобы увидеть, где крутится ваш баннер.